Привет, дружок! Сегодня мы с тобой поучимся составлять рассказ по разрезным картинкам. Я буду задавать вопросы, а ты посмотри на картинку, подумай и ответь полным предложением. Кто это? Умница! Что делает девочка? Правильно! Что рисует девочка? Молодец! Что еще рисует девочка? Верно! Для кого рисует девочка солнце и цветок? Какой замечательный рассказ у нас получился! Ты большой молодец!